Сегодня парковка элитного автомобильного клуба «Оскар Клуб» превратилась в выставочную площадку, на которой собрались десятки по-своему уникальных автомобилей. Все они буквально через несколько минут выйдут на старт открытого ралли классических машин «Touring SMP». Комитет классических автомобилей Российской автомобильной федерации учредил новую дисциплину. Теперь владельцы ретро-машин могут попробовать свои силы не только в кубке или трофее RAV, но и в дисциплине Touring Assembly. Первый этап новых соревнований прошел в минувшие выходные в Москве. Она из себя представляет то же самое несколько зачетов. Будет зачет Racing, Racing Pro и Grand Tour. Для тех людей, которые впервые приехали на соревнования и не очень понимают, как читать дорожную книгу, составлена трасса, то есть легенда, именно та, которая позволит им сделать самое главное. А самым главным является получить удовольствие. В соревновании приняли участие свыше 40 экипажей. И если к участию в Кубке RAV допускают лишь те автомобили, что достигли 30 лет, то в Touring Assembly можно встретить более молодые экземпляры. Так, для машин марки Jaguar минимальный возраст составляет 5 лет, поскольку ралли проходят при поддержке клуба Jaguar, а для всех остальных – 15. Ой, для нас это всегда праздник. То есть эти гонки – это всегда праздник, потому что это повод выгулять такую красоту, потому что обычно, конечно, они все стоят, хранятся где-то либо в музеях, либо на паркингах. Поэтому мы всегда очень радуемся, тем более карантин был, и не было мероприятий, это первое в этом сезоне. Это первое после большого перерыва, потому что мы ожидали, что все начнется с весны ничего не началось. Поэтому действительно первое мероприятие – размять мозги, получить те эмоции, которые любим, а именно азарт, именно драйв и возможность найти какие-то вот эти спрятанные точки и приехать вовремя и победить. Помимо ралли, программа трехдневного мероприятия включала фотосессии на фоне объектов архитектурного наследия и традиционный конкурс элегантности. Кроме того, участники получили возможность увидеть своими глазами этап Кубка России «Воздушные следопыты». Мы знаем уровень спортсменов, и очень много у нас суперпрофессиональных гонщиков. Нам важно, чтобы получил удовольствие не только тот, кто займет первое место, а каждый. Вот ради каждого, ради всех штурманов, всех водителей, пилотов мы проводим эти соревнования.